Всем привет, с вами Кристина Колоскова, художник-иллюстратор. В этот раз скетчу акварелью. Рисовать буду в своем скетчбуке от Малевича 100% целлюлоза. Краски у меня от Невской палитры. Рисую по своей фотографии фонарь. В прошлом году мы гуляли по городу, и я сделала много фотографий, и вот теперь я решил рисовать по ним в своем скетчбуке. Надеюсь, что у меня хватит терпения, и все 20 страничек этого скетчбука я заполню рисунками по своим фотографиям моего города. Заранее я подготовила себе набросок и очень подробно проработала его контур линером. Мне понравилось заранее прорабатывать линером контур для акварельных скетчей. Основные объекты я прорисовала более подробно, а задний план изображать буду схематично. В этот раз я не буду использовать ни маскирующую жидкость, ни титановые белила. Если мне понадобится сделать блик, то я это сделаю методом протира, благо эта бумага позволяет. А чем скетчите вы? И что нравится скетчить вам? Природу, животных или архитектуру? Давайте обсудим это в комментариях под видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока!